Сергей Черноярцев. С юбилеем Дома культуры. 30 лет вроде бы еще даже возраст незрелости. Но уже пообносились, и аппаратура потратили немножечко, да? Вроде бы требуется ремонт. Жалко, что помещать ничего не могу. Ну, надеюсь на совместное сотрудничество, что в следующем году мы постараемся чего-то добиться совместно. Поздравляю вас с праздником. Работники Дома культуры, ну, правда, удивительная вещь. Мы должны... Без культуры у нас нет истории. Посмотрите, какие чудесные дети. Какая чудесная молодежь. Мы должны ее развивать в очень хороших условиях, с лучшей жизни. В лучшей жизни отмечать следующий юбилей. Для того, чтобы было все хорошо. Чтобы мы сидели на мягких креслах. Чтобы радовались жизни. Правда. Дому культуры желаю долголетия, развития и всего-всего самого хорошего. И, наверное, очень правильно, что сегодня, в последнее воскресенье ноября, удивительный праздник, День Матери. Я хочу поздравить всех мам, сидящих в этом зале, с этим новым праздником, который, уверен, в будущем будет... который, уверен, в будущем будет таким же красным днем календаря, как 8 марта, 9 мая и Новый год. Потому что мама – это самое святое, это самое дорогое. Мы сегодня с Александром Вадимовичем разговаривали, что не всегда дети говорят первое слово «мама». Но когда нам плохо, мы всегда кричим «ой, мамочки» и вспоминаем маму. Правда, с праздником вас, дорогие мамы, счастья, удачи, здоровья, благодарности детей и крепкого, понятливого, мужественного плеча рядом. Спасибо. Благодарственное письмо в честь 30-летнего юбилея Черноярского дома культуры «Юность» вручается Ахмову Николаю Павловичу, руководителю вокальной группы, за многолетний труд, высокий профессионализм, личный вклад в сохранение и обогащение культурных традиций Богучанского района, депутат законодательного собрания Красноярского края. Еще раз с праздником, дорогие чудаевцы!